они первым увидели собрата на моноколесе. Вот он какой. Давай, классный. Четко ты как катаешься. Тебя как зовут? Макар. Макар? Круто. Какой, да, осторожненько вираж делай. Аккуратно. Молодец какой. Ездит так шустро. Тебе сколько лет, Макар? 7 лет парню. Во Владивостоке есть классные пацаны, которые тоже ездят на моноколесе. Папа какой молодец. Да. Весь колхоз у него. Кто-то на роликах, кто-то... Да? Смотри, ты сейчас голова закружится. Можешь в другую сторону ехать? Поворот делать можешь? Аккуратно сейчас. Молодец. Да. Ой, молодец. Четко. Молодец прям. Так приятно видеть такую молодежь на колесиках во Владивостоке. Это необычно, честно говоря. Держи, держи, держи скорость. Аккуратно. Педалькой смотри, не зацепись. Макар, ты давно уже стоишь на моноколесе? Нет? Недавно? Ну, я давно. Давно? А во сколько? Да, аккуратненько, смотри, скорость. Потом наступила зима, и мы перестали. Макар, разворачивайся и поехали. Поехали сюда. А, вот. Все, папа приехал. Папа приехал. Вся спортивная семья какая. Макар, помаши всем ручкой. Да, потому что как бы взрослые это обычно там, вот там город, там что-то, а тут ну, здорово, прикинь, молодцы. Так хорошо держит скорость вообще, молодцы. А вас сколько поставили? Ну, вот с прошлой осени. Вот с прошлой осени зиму отдыхали, а он как шустро катает. Аккуратно. Поребрики разные, чтоб не замкнуться. Ну, родители обычно уже редко так относятся к колесу, как вы. Просто вот молодцы. Понятно. Сами уже на работу. Теперь езжай ко мне, я тебя приму в свои объятия. Стопори, 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 стопори. Опа! Все, остановили. Скажи что-нибудь? Здорово? Да. Нравится? Классно, вообще супер. Все, вообще какие молодцы. Папе респект вообще. И уважуха. Я же сам тоже научитель. Вообще. Ну-ка. Он учитель. Молодец, молодец у вас, папа. Вообще супер. Супер. А вот старшее поколение. Вау. Вау. Но вопросов нету. Какая семья. Макар, респект и уважуха. Езжай. Все, ты попал все? В YouTube. Да, все, счастливо. Если вы не против. Ну просто, знаете, когда вот такие ролики специально делаем, чтобы люди посмотрели, легко, как бы понимали, что моноколесо это не сложно, это как бы позитивно, может быть. Это меньше пробок в городе. Да, много здоровья. У вас всего хорошего.